Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Добро пожаловать в третий эпизод The GLML Крафта. Сегодня мы посмотрим, что же еще интересного придумал наш горячий юноша, который уже успел показать всему YouTube-сообществу, насколько креативными могут быть зерги, если до этого мы все-таки... По большей части зерговский креатив ограничивали там играми на уровне прогеймеров, как играет Блай, как играет Кэтс, то The GLML показывает нам, может быть, не столь высокий уровень именно исполнения тактик и стратегии, но, очевидно, куда более высокий уровень креатива. Так что именно за это мы любим эту рубрику и очень надеюсь, что сегодняшнее видео будет весьма интересным для вас. Так что устраивайтесь поудобнее. Как вы наверняка заметили, я наконец-то перерисовал оверлей, потому что многих смущал баннер ВКонтакте. Не знаю, не вижу ничего плохого. Прям вот советую зайти на мою страничку, почитать последнее сообщение ВКонтакте. Вот, мне кажется, прям все там просто превосходно, замечательно и восхитительно. Единственное, что странно, это почему никто до сих пор не забанил мой аккаунт. Ну да ладно. А помимо этого, мы тут придумали небольшую контрмеру. Потому что многие пытаются, значит, превратить наше видео в видео, как они говорят, без политики. Пытаясь пометить определенные фрагменты ролика. Соответствующим образом ничего не получится. Теперь на ваших экранах в течение 100% времени будет висеть баннер. Вот, который как бы не замьютить. Ничего с ним не сделать. Что тут происходит? Да вроде бы происходит то, что The GLML пытается пойти в прокси-хату. Но при этом есть ощущение, что эта стратегия пока не идеально работает. На самом деле Протос уже очень сильно эту хэтчери пробил. У него там сейчас появится сталкер, но по идее, да, The GLML может ее отбить. Королева, куча лингов есть. Но это на грани. Протос Твачс, первый соперник The GLML. Вот он как раз своими двумя зилотами тут хорошо зажался. Слушайте, Протос вообще! Вы видели его микроконтроль, блин? Ну это очень четко. Он максимально круто использовал своих зергингов, вообще к нему никаких вопросов. Решил еще немного хату попинать сталкером. Ну и да, он понимает, к чему отступает. У него тут батарейка есть, так что можно подхилиться. А у The GLML тем временем дома Лейра и Инфестейшн Пип. Интересные расклады. При этом он грейтным увлингом, кстати, только-только заказал. То есть, в принципе, здесь можно успеть выбить хату. Потому что есть два сталкера, сейчас появится призма, а тут только медленные собаки. Очень любопытная ситуация. Ну да, у Протоса он есть роботикс. И Туач сейчас получает возможность, как мне кажется, вообще беспрепятственно тут сталкерами лупить по хате. И если вдруг у сталкера все станет плохо, то вот подлетает призма и все. На 75 хп сейчас еле-еле выживает эта хата. Ну, мне кажется, что если прям подхилиться, вот сейчас еще до варп, может быть, сделать одного сталкера, можно просто на пофиг эту хату фокуснуть. Но при этом интересно, что там уже заказаны 6 свармхостов, то есть DGLML-то, в принципе, своей цели добился. Для чего ему эта хата была нужна? Для того, чтобы прямо здесь свармхостов заказать, правильно? То есть даже если Протос сейчас ее добьет, в принципе, она уже что нужно сделала, и Протос действительно добивает эту хэтчери, сохраняя всех сталкеров, но тут как раз появляются свармхосты. Не знаю, куда они пойдут, правда, есть ощущение, что, видимо, нападать на стенку с двумя батарейками The GLML не хочет. Ну, Протос, отметим, он еще рабочий есть в левом верхнем углу. Интересно, чем занят, а тут что? А тут просто ставится пилон на натурале, чтобы The GLML не мог поставить хату. Ничего страшного, The GLML поехал ставить хату в другом месте. Здесь продолжают воевать сталкеры, они уже все зачистили, что только можно. Но 5 свармхостов на мейне действительно представляет собой очень серьезную угрозу. По-моему, Протос еще даже не понял до конца, против чего он играет. Вот подошел Иммортал, и он сразу же
становится жертвой этих локустов, которые, кстати, спокойно могли бы Иммортала добить, но предпочел именно мгновенный экономический урон. ДГЛМЛ, он пытается просто фокуснуть Нексус. Да не должно хватить ДПСа этим локустом. Ну, как бы-то это даже не супер близко было. Сурмхасты очень далеко убежали, но сейчас они, видимо, горят желанием вернуться и повторить свой маневр. Пока у Твачса ситуация отличная. У него два Нексуса, у него больше рабочих и даже плюс один на атаку имеется. И контроль карты с вард-призмой. То есть, в принципе, у него все схвачено. Но ДГЛМЛ, очевидно, этими шестью хостами очень попытается разыграть сильную сторону своей партии. Тут бы, конечно, прям сразу батарейкой подхилить Нексус. Прям вот буквально сразу. Благо, уже можно заметить, что происходит. Не, ну Твачсу респект, он очень... очень своевременно все делает. Сейчас еще одна батарейка появилась, и нужен шилд Battery Overcharge срочно. Есть ли энергия? Нет энергии! Только сейчас она появилась! Ну, до последнего батарейка пыталась засейвить Nexus, но не хватило. Старый Overcharge бы засейвил, который не занерфленный был, помните? Помните, был Overcharge, который... которого, короче, было плюс 200%, а не 150%, как сейчас, скорости хила. Да, вот тот самый оверчардж бы еще помог, но тут Протос бросился в погоню, но слишком много собак, поэтому Протосу приходится тут как-то немного поскромнее встать стеночкой на рампе. Призма домой улетела, то есть эти юниты будут разорваны. Правда, Зилот из плюс один, конечно, очень хорошо за себя и за сталкеров постояли. Ну а дальше, видимо, Твачс решил, что... Че ему на одной базе-то сидеть? Надо вперед идти, действительно. Действительно, почему бы и нет? ДГЛМЛ просто строит собак и достраивает, кстати, Сурмхастов. У него их аж 8. И они оббегают эту армию Протоса, но неудачно. Протос видит хостов. Но с другой стороны, он, да, пока может просто их преследовать. В свою очередь, ДГЛМЛ пытается от этого преследования уйти. Просто один из хостов сбросил локустов, а дальше мы видим, что... Протос просто заходит на мейн, ну а Зерг бежит хостами в контратаку, не собираясь драться с этим войском. Протос уже зашел на мейн к Зергу, здесь очень много собак. Ну, да, наверное, можно будет как-то отбиться, как-то отпинаться со всеми этими зерглингами. Протос спасает двух Сентри и Иммортала, самых дорогих по газу юнитов. ДГЛМЛ сохраняет 20 дронов на 32 пробки. Ну а здесь нужно заранее включить Shield Battery Overcharge. Ну есть же все. Вот пошел Shield Battery Overcharge. И он не спас Nexus. Ну тут просто доли секунды все решили, по-моему. Реально доли секунды. Вот если бы чуть-чуть раньше Твач включил оверчардж, то был бы вообще другой разговор. Призма полетела в погоню за хостами. Хосты улетели. У Протоса куча газа есть. Мне кажется, возможно, и смысл Темплар архивы поставить. И полетать призмой с архонами вместо Сентрей и Морталов. Но Протос весь газ сливает именно в Сентрей. Сурмхосты в итоге убежали. Сейчас они снова прибегают назад. Протоса, конечно, неплохая оборона. У него кругом эти фотонки с батарейками. Еще он сагрил буквально пару локустов. Или это ГЛМЛ их специально сагрил. Тут сложно сказать. Ну и, кстати, Сентри можно использовать для форсфилдов, чтобы, если что, помочь Нексусу. Но в итоге тут... ДГЛМЛ, короче, в холостую, на самом деле, использовал этот раунд локустов. Они вообще ничего не сделали. Они там разменялись на одного Зилота, одну Сентри. И что? И одну батарейку. Конечно, по сравнению с тем уроном, который они могли бы нанести, это мелочи жизни. Ничего себе! Вот это филды! Вот это филды от Твачса. Топ-мастер лига разрывает. Посмотрите на это. Класс. Очень топовый StarCraft от Тосса в этом эпизоде. У него, кстати, все еще 36 пробок на 25 дронов. Сейчас у него две полноценно работающих базы и... И там, и там есть фотонки и батарейки, и есть ощущение, что как бы ситуация налаживается. Хотя там уже 12 хостов, которые вот так вот медленно шагают навстречу армии Тосса. Тосс там пытается фокуснуть, одного хоста удалось забрать.
Здесь выброшены локусты. Пытался филдами отжать там по мелочи твач. В итоге он лишится сентрии сейчас. С другой стороны, так какой урон наносит ДГЛМЛ? Вот, один локус. Отжал трех пробок. В принципе, это и весь урон. Да, ситуация тварщица на самом деле выглядит очень здорово, но есть одно но. Но заключается в том, что у ДГЛМЛ уже следующий этап плана. Это Муталиски. А у Протаса следующий этап плана. Это Прокси Нексус. Игра продолжает развиваться по очень-очень нестандартному шаблону, который даже шаблоном-то назвать нельзя. Ну, Зерга, переход из хостов в муту, это, в принципе, такой вариант вполне реальный. Ой, ну сейчас еще посмотрим, чего эти локусты добьются. Вот это будет попытка отжать Нексу. Сразу оверчардж, сразу хил. Портфилды, колосс. Все, что можно, использовал Твач для того, чтобы не дать Нексус в обиду. И вот тут все сработало у него. Нексус удалось отбить. Нексус удалось отбить. Ну а дальше... Что будет делать Твач? Твач собирается идти и ловить этих свармхостов. Ну или просто идти в атаку. А к нему на мейн в это время... Пролетают муталиски, но ситуация, конечно, не самая приятная для Тоса. При этом у него есть Прокси Нексус, куда, если что, можно будет увести часть экономики, например, реколом, если тяжело будет защитить. Протос не собирается разворачиваться, естественно, потому что тут армия с центрями и с колоссами, что и против муты делать-то? Против муты вон должны как-то сталкеры под батарейками воевать. Тут еще прилетели локусты, просто максимум хаоса на натурале Протаса, но там уже на мейне Зерга такой же хаос начинается, и Шилд Петри Эверчардж просто разорвал в одиночку всех этих локустов. На самом деле дела у ДГЛМЛ начинают идти уже далеко не так здорово, и не забываем про Прокси Нексус, который есть у Тоса. Тут сожжено огромное количество дронов. Даже попало в паре муталисков, которые вылетали из дотекания. Да, вот тут, конечно, хотелось бы и Морталов Колоссов реколом спасти. Я что-то не знаю, планирует ли рекол Протас. Видимо, нет. Не уверен, что это правильное решение, но Протас сейчас остается... Без серьезной части своей армии, вот прежде всего против локустов, это плохо. Там еще не прошел КД на оверчардж, кстати, внезапно. Ого. В итоге там кого-то пытались фокусить локусты, не дофокусили за счет форсфилдов. Тут разрулил Твач. Так-то ситуация опасная была. Лимит, конечно, у Зерга гигантский за счет свармхостов. У Протаса есть маленький секретик, но... Пока он используется далеко не максимально возможным образом. Конечно, игра просто хаос. Хаос кругом. Зерг формально на одной хате против трех Нексусов Протаса, вы понимаете? У Зерга одна хата, и он вторую ставит, а у Тоса три Нексуса. И он ставит Темплар Архивы, чтобы использовать свой потенциал трех Нексусов. Но при этом у Зерга в два раза больше лимита, потому что куча муты и куча свармхостов. Что со всем этим делать, непонятно, потому что и против муты, и против хостов очень плохо идут дела, и локусты с муталисками в итоге окружают войско Протаса. GG, пишет Twatch, ДГЛМЛ, оставшись на одной хате против трех Нексусов Тоса и открывшись прокси-хатой, переигрывает соперника хостами и муталисками. А во второй игре мы отправимся на карту Вавилон, где соперником ДГЛМЛ станет Платун. Хлебушек. Вот так. Даже наверняка зритель наших видео, раз уж Хлебушек, раз уж такой никнейм выбрал. Ну а ДГЛМЛ выбрал очень агрессивный билд. Газ, пул до первого оверлорда. Тут все максимально серьезно. И пока непонятно, что конкретно собирается делать Зерг, но понятно, что это в любом случае билд агрессивный. Поэтому... Неудивительно, что Хлебушек отвечает двумя гейтами.
Я бы даже предложил глухой стенкой. Мало ли. Кто-то пойдет со стороны зерга. Плохо, конечно, когда часть стенки это пилон, но... Тут уж как сложилось. Действительно, глухая стенка от Тосса, и... Мы видим, что ДГЛМЛ не сильно шифруется. Просто под пробкой нагло взял и поставил лейер. Что за новый билд? Подготовил зерк. Специально для нас с вами. Протас уезжает. Он уже решил, что увидел достаточно. Нет. Нет, возвращается. Снова решил, что увидел недостаточно. Конечно, было бы очень интересно посмотреть, что там дальше. Хаты на натурале нет! Ну и у ДГЛМЛ тут такая трехступенчатая система противодействия разведке. Лейер достраивается и сразу Нидус, вот так. Нидус на 2.20, это реально, мне кажется, самый ранний Нидус, который только может быть. Ну и здесь при этом делается робо. В принципе, Протос даром времени не терял. Вот у него два гейта, сразу по готовности кибернетки и батарейка роба. Самый-самый ранний Нидус, который только может быть. Против самого-самого раннего роба, которая только может быть. Все с одной базы. По идее, то, что делает Тос, это прямая контра. Но Immortal даже не успевает заказаться. Вообще... У Протаса на карте только один сталкер и один зилот. А это, кстати, не глухая стенка, лол. И Протас пытается вывести пробок, но физически невозможно. Просто физически невозможно успеть уничтожить этого червя. Отсюда выбежало огромное количество зерлингов. Ну, сталкер, зилот, пробки как-то более-менее справились. Пробок, конечно, много потеряно, но пока какое-то количество проб живет, а дальше появится Immortal. И что есть у зерга? Зерг остается 8 дронов, но... 8 лингов, точнее, но зерг дронами едет в червь Нидуса. И он высаживается своими 8 лингами и всеми дронами. Это олл-ин, у зерга дома не осталось ничего. И он только дронами воюет, только дронами пытается окружить Иммортала и окружает. Дронами Иммортала окружает ДГЛМЛ. Просто фантастика, дроны убили Иммортала. А здесь дроны за счет Mineral Walk окружили сталкеров, и хлебушек вышел из игры. Это чё, блин, было? ДГЛМЛ самым ранним Нидусом с дронами уничтожил однобазового Протаса. Это же карта, но другой матчап и другой соперник. АП-3 в левом верхнем углу на Вавилоне. Тут явно есть... Серьезная предыстория, они что-то там играли на ладдере. Кто-то, кажется, АП-3 был недоволен тем, что проиграл, вызвал на дуэль в кастомках. И вот, значит, тут переписывается активно АП-3 и ДГЛМЛ. Не знаю, мне только кажется, что цвета, выбранные ребятами, очень хорошо подходят, особенно к нашему оверлею. Тут вообще вопросов нет, ни к АП-3, ни к ДГЛМЛ. Еще и появились как хорошо... Синий Теран сверху, желтый зерк внизу. Прям идеально. Вот, но в остальном... Тут, конечно, интересные какие-то разборки. Но для тех, кто не знает, АП-3 это такой средненький Теран американский. Никакой не прогеймер, естественно. Ну, такой стример. Не знаю, по меркам Европы, по идее, у него где-то 4800 должно быть. 4700, может быть. То есть он, я думаю, даже до 5К не дотягивает. Именно по меркам европейского сервера. Поэтому, в принципе, ДГЛМЛ может быть против него фаворитом. И, опять же, я так понял, там весь сырбор был из-за того, что ДГЛМЛ его укатал пару раз на ладдере какими-то интересными стратками. И АП-3 это не сильно понравилось. Но сейчас посмотрим. АП-3, конечно, кто только не укатывал. Сейчас посмотрим, что придумает американский Теран здесь. Прилетает он первым рипером и уже делает первый фраг. Неплохое начало. Очень неплохое. Линги в это время там пытаются пробежать на базу Терна, но так как там билд с морпехом, то, по идее, ничего страшного не произойдет. Да и командный центр уже, скорее всего, доделается. ДГЛМЛ ставит второй газ ранний.
снова под ударом экономика, но на этот раз вроде бы без проблем удалось спасти дрона. И как только Рипер улетел, сразу заказан лейер. А по три тем временем заказывает третий командный центр. В макро парень собирается играть. Ну а ДГЛМЛ что собирается делать? Сейчас посмотрим. Пока он собирается блокировать разведку, это точно. Здесь вот-вот появятся гелионы, которые, конечно, легко прогонят пару собак. И дальше Старпорт. В общем, АП3 делает вид, что он прогеймер, играет стандартный прогеймерский билд. Что касается ДГЛМЛ, то тот не делает вид, что он прогеймер. У него свои билды, свои стратегии. Мы посмотрим, к чему это придет. ДГЛМЛ... ДГЛМЛ по готовности лейра ставит две сети Нидуса. Две. Интересно. Интересно. Но логика, очевидно, заключается в том, что когда ты ставишь один червь Нидуса, то его можно успеть выбить, там, при правильной реакции, окружить, там, зафокусить и так далее. Когда ты бросаешь сразу два, то зафокусить их, конечно, максимально сложно. И вот что делает ДГЛМЛ. Сразу два червя Нидуса на мейне Террена. Реакция Террена — сорвать рабов без шансов. Он сразу их уводит. Сразу понимает, что нет здесь ни малейших аутов для того, чтобы с двумя червями сразу справиться. Королева и линги вылезают, и начинается экшен. Конечно, Террен попытается получить два бункера для того, чтобы посадить туда мародеров. Но еще Террен пытается гелионами так аккуратненько сжигать лингов. У ДГЛМЛ лингов тут просто безумное количество. Скоро невидимость у Банши появится. Ну и вот появляется уже бункер. Но у ДГЛМЛ тут уже есть крип, и поэтому королевы могут смело идти вперед, трансфьюзить друг дружку. ДПС именно по королевам маловато, лингов ДГЛМЛ бережет. И начинается осада бункера, где пока сидит только один мародер, ну и там еще две SCV внутри. Гелионы как бы как-то жгут собак, но естественно они ничего не могут сделать королевам. Королевам что-то могут сделать банши. У банши появилась невидимость, там уже с натурала прибегают собаки. Проблема АП3 в том, что он не добывает ничего. И да, тут еще есть три красных гелиона, которых бесподобно прикрывают рабочие. И есть одна банша со стелсом, но у всего этого добра очень ограниченный запас мощности. Все новые и новые линги прибывают. А у АП3 только-только пошел инком на мулах на натурале. Но больше юнитов у него нет. У него даже бункер один остался. А сажать туда абсолютно некого. Линги также прогоняют мулов с натурала. И в итоге ДГЛМЛ может... по земле прибегать на натурал, а из Нидусов выбегать на мейн. И АП3 абсолютно негде стабилизироваться. Вот такой раш двумя Нидусами. Такого я еще никогда не видел, и мне кажется, это очень интересная идея. Очень интересная идея, которая в итоге увенчалась вот в такую жесткую развязку игры. Но опять же, тут была какая-то предыстория. В итоге ДГЛМЛ вышел из этого поединка победителем и реализовал двойной Нидус Раш. Возвращаемся к матчапу Зерга против Протоса и возвращаемся на карту Ancient Cistern, где ДГЛМЛ появился слева внизу, а его соперник Ультрон справа сверху. Не забывайте, господа, если вам нравится, то поставьте лайк, напишите комментарий к этому ролику. Можно еще найти комментарии ДГЛМЛ и лайкнуть его, или пообщаться с ним, позадавать ему вопросы, потому что он тоже комментарии читает. Можно и нужно подписаться на канал, если вы вдруг еще по какой-то причине этого не сделали. Ну и самый классный формат поддержки канала, конечно, это стать его спонсором. Спонсоры нашего канала получают доступ к бонусным роликам, но самое главное — это то, что спонсорская поддержка продолжает
позволяет каналу существовать и позволяет мне дать возможность записывать для вас ролики максимально регулярно, качественно, среда, пятница, воскресенье, 17:00 по Киеву. Наше неизменное расписание и огромный респект нашим спонсорам за то, что вы поддерживаете канал в такое время. Что будет делать The GLML? The GLML пролетел оверлордом, увидел, что у соперника Stargate. В принципе, у Ультрона стандартный билд с одним маленьким исключением. У него очень быстрая батарейка. Такая, знаете, поправка на The GLML. Поправка на то, что ты играешь против очень специфического соперника. Ну и здесь заказан Оракул. Что за билд у Зерга? Может быть, снова Nidus Rush? Или двойной Nidus Rush? Или трой... Нет, ладно, в тройном точно нет смысла. Сейчас посмотрим. Тут ставится третий газ, которого вот, к слову, не было. Доселе Infestation Pit. Окей, окей. Судя по всему, мы снова можем увидеть Свармхостов. Ультрон получил первого Оракула и сейчас как раз полетит разведывать и смотреть, чем же там таким интересным занимается соперник. Ну и в этот же момент он выходит на третий Нексус. Типичный наивный Протос. А у меня же есть Оракул. Что может пойти не так? Что может угрожать моей третьей базе? Сейчас посмотрим. Посмотрим, что может пойти не так. Что может угрожать. Окей. Это не свармхосты, господа. Это супербыстрый хайв. Это вообще самый быстрый хайв, который мы когда-либо видели. Это когда он был заказан? На 4.20 где-то? На 4.15? С ума сойти. Окей. Помните, мы там называли рашем слонов, когда Сэрл что-то типа на 7.50, да, поставил Ультралис Кэверн. И это действительно раш слонов по прогеймерским меркам. Но то по прогеймерским. А тут у нас по ДГЛМЛ-ским меркам сейчас что-то будет. Но я думаю, что это слоны, потому что а какие еще могут... Да ладно, какие угодно могут быть варианты. Ну что, вайперы? Точно не Greater Spire, понятное дело. Короче, мы не будем угадывать, мы будем смотреть, что будет происходить. Наверное, все-таки слоны. ДГЛМЛ пролетает эверсиром и видит здесь заказанных батонов. Ну, между прочим, то, что делает ДГЛМЛ против батонов, имеет немаленький смысл. Масс королевы с двух хат и супербыстрый ультралис кеверн. С учетом того, как много армора у слонов... И с учетом того, как хорошо противостоят королевы керриерам, пока керриеров не слишком много, пока там нет какой-то крит-массы, пока можно еще успевать трансьюзить, ну, блин, это очень неплохие расклады. Ультрон, конечно, вообще без тормозов, чел. Он без малейшего понятия, что зерк на двух базах наглухо застроенный сидит. И делает Nidus. И Ультралис Кэверн. Протос тупо без понятия. Он себе своих батончиков строит и... Зачем ему еще что-то? Зачем еще что-то для счастья, когда есть батоны? Грейт на уникальный армор слонам пошел. И сеть Нидуса вот-вот будет готова. Но тут очевидная логика, с учетом того, что на мейн Ктосу не пролететь. Надо нападать куда-то в район третьей или натурала. Скорее третий, конечно. С потенциальным перебрасыванием Нидуса вот куда-то сюда. Ну, кстати, у Протоса типичнейший такой билд. Керриеры, Зилоты, Архоны, который я много раз вам показывал. Как он играется с переходом. Да, тут, правда, две форжи. Это, конечно, нагло, но... В остальном все логично, да? Четыре батона. С плюс один на атаку, дальше Войдрей. Чардж. Потом Темплар Архивы должны быть поставлены. Но тут, блин, вы посмотрите вообще, что придумал ДГЛМЛ.
он еще успел получить одного инфестора. То есть у него сейчас армия будет с инфестором, с королевами, со слонами. И инфестор тут нужен для того, чтобы использовать микробиал шрауд, микробную завесу на королев, чтобы те получали в два раза меньше урона от керриеров. Пошел дальше червь Нидуса на мейн. Для того, чтобы Протос не расслаблялся. Протос, конечно, готовится к сражению, но ДГЛМЛ уже готов. Все ключевые апгрейды есть. Он нападает. Что будет делать Протос? Протос выпускает интерсепторов. Стазисная ловушка, кстати, слонов не должна замораживать, если я все правильно помню. Ну и вот, микробиал шрауд на королев. Они просто не получают никакого урона от вейдрейва и от керриеров. Буквально пару королев нужно трансюзить, и все. Сейчас закончилось действие микробиал шрауда. Посмотрите, сразу же, как много урона стали получать королевы. Но слоны в это время, видите, на слонов не срабатывает. Не срабатывает стазисная ловушка. Сработала она на инфестора. Слоны в это время тут растерзали все, слоны высадились уже и на мейне. Здесь есть пара королев, которая должна успеть отхилить слонов, успеть, ДГЛМЛ не успевает, но, слушайте, слоны и без того тут просто разбросали этих зилотов. По слону, по Нидусу, на каждую базу бросил ДГЛМЛ. Жесть какая происходит, одного слона перебрасывает еще на натурал. Инфестор сюда же подходит, но инфестору пока нечем помочь. Можно его красиво спасти в червь Нидуса. Там еще какие-то дроны. Где дроны? Куда дроны едут? Зачем дроны едут? Пока непонятно. Надо слонов в минеральную линию, конечно же, отправлять. Но вроде Протос начинает потихоньку воздухом зачищать весь этот беспредел. Но пробки, конечно, умирают в промышленных масштабах. Инфестора так и спасает ДГЛМЛ, и слона спасает. Красавчик, ой, красавчик. Вот это, блин, креатив, ребят. Ну я такого еще никогда не видел, того, что ДГЛМЛ нам показывает. Но это ж вообще красота какая. С двух баз заперся, рошанул в слонов, и посмотрите, что вытворяет еще и с этим инфестором одиноким. Ну это прям про геймерский уровень. ДГЛМЛ отступает, куда дальше он будет бросать червей, непонятно. Прилетели Рей, ну да, пока можно высадиться и просто защитить этот опорный пункт. Прогнать Войдрейв, у которых там, кстати, уже плюс 2 на атаку. У Тоса куча грейдов, у Зерга ничего нет. Но у Зерга сейчас появится шпиль и прокси-базу поставил. А помните, он же дронов... Помните, он дрона перебрасывал в червь Нидуса? Так у него ж глухая стенка, он это сделал, чтобы здесь базу занять. И он сейчас просто через сеть Нидуса перебрасывает дронов. Офигеть просто. Дальше они, видимо, возвращаются все на мейн или какой план? Пока непонятно. У Протоса план, видимо, просто заново стабилизироваться на двух базах. И Протос в Архона выйдет. У него Темплар архивы появились еще. Он делает Дарк Шрайн, он защищает крип у себя на мейне. Ну а там, естественно, появляются первые корабторы. Да, это очень хорошее решение. Тут потихоньку дроны через сеть Нидуса перебрасываются на прокси-базу. Королевы накопили энергию. И не позволяют так просто здесь чистить крип. Протосу, конечно, нужно немного больше армии. Протос, очевидно, рассчитывает на то, что дарки ему помогут. Но тут прям спора вперед перекапывается. ДГЛМЛ продолжает продвигаться. Сейчас, опять-таки, у него корабторы появятся. У ДГЛМЛ 59 дронов на 27 проб Протоса. Протос варпает дарков. Они, видимо, сами по себе пойдут воевать. Но, опять же, конкретно здесь им ловить абсолютно нечего. Микробиал шраут первым делом. Спора есть, поэтому детекции хватает. Там Зилот угнался за инфестором и забрал его. И да, антиэйр рано или поздно закончится, но... За это время под микробиал шраудом просто всю землю Протоса разобрал ДГЛМЛ. И теперь вопрос только в земле. Теперь надо просто... в воздухе соперника. И теперь вопрос вот в земле Зерга с караптерами versus воздух Протоса. Прилетели эти самые караптеры. Несколько королев в рамках саппорта рядом. Караптеры успевают отжать одного Войдрея. Дошли дарки. Слоны от них убегают. Но там споры недалеко. Тут слоны неужели попытаются зайти в минеральную линию?
нет, они не могут пройти, да? Им нужно разбивать стенку, но дарки их вырезают. Дарки в итоге очень хорошо поработали. И они успевают забрать всех слонов даже до потери кибернетического ядра. На 13 хп выжила кибернетка. А здесь в это время была драка по воздуху, за которой мы не наблюдали. И в этой драке с горем пополам победил Протос. Прилетают еще караптеры, но здесь им ловить нечего. Караптерам сейчас нужно как-то объединиться. Дроны поехали добывать на эту базу. На натурале у The GLML переизбыток рабочих. Нужна новая сеть Нидуса, ну или там новый червь Нидуса. Короче, для того, чтобы вот сюда перебрасывать дальше дронов и, возможно, перебрасывать там слонов каких-то потихоньку. The GLML все правильно делает. Прото же не знает, что там база. Он думает, что он здесь все зачистил, весь крип, но тут дрон один. Один дрон глупенький показался, и Протос тут же развернулся. Зато караптеры в это время прилетели и начали просто опрыскивать всю экономику производящей мощности ТОСа. Не-не-не-не, вынужден разворачиваться до GLML. Тут появился один слон, от него мало толку. Слону нужно убегать. Плохи дела до GLML. Да, у него много лимита, я понимаю. Вы можете думать, что я просто так нагнетаю, но, блин, ну а как эту базу защищать? А без этой базы что вообще делать-то против Эртоса? Не того начали фокусить караптеры. Сейчас начали работать по правильному кэрриеру, но не хватает. Не хватает урона. Дроны никуда не уйдут. Тут куча дарков. И The GLML несет огромные потери. Что вообще осталось у Зерга сейчас? Два слона, две королевы, два караптера, один роуч, два линга. Вот это вся армия The GLML. Эта хата уничтожена. Да, у Протоса тоже ничего нет, это правда. Но Протос сейчас вышел вперед по лимиту уже. И знаете, что главное у Тоса есть? Грейды. Там пошли первые грейды у The GLML, но все равно плюс 2 на атаку у кэрриеров и плюс 1 на щиты тоже им помогает. Это все достаточно важные составляющие игры. Но, естественно, это еще не конец. The GLML начинает перестраиваться. Добавляет еще инфестора. Бежит вперед в контратаку слонами. Наверняка предполагаю, что соперник вышел на третью базу здесь, но третьей базы здесь нет. Обратите внимание, медленные собаки бегут вперед. Слоны, блин, ну должны ж кибернетку проесть. Зачем гейт? Просто кибернетку намного быстрее, плюс не будет нового грейдового воздуха. И медленными лингами в итоге The GLML вбегает на натурал и съедает там буквально одну пробку. Пошли инфесторы у The GLML. Возможно, стоит подумать вообще о невральных паразитах сейчас. Там не так-то много инструментов для того, чтобы фокуснуть инфесторов, например. Восстанавливается кибернетка. Ультрон держит стенку. И надо потихоньку переводить рабочих. Но и у него есть темплар-архивы, поэтому весь свой газ он может с пользой потратить на архонов. Тут внезапно прибежали дарки, даже со слоном успешно повоевали. Но The GLML отбился и снова вышел вперед по лимитам. О, вот эта игра здесь, конечно. Да, сразу 4 архона заказаны у Тосса. У него тут грандиозные возможности по газу. Мне кажется, реально невральные паразиты могут помочь. Тут уже не супер поможет микробиал шраут, потому что там всего 2 карьера, и как бы толку от них не супер много. Видит войско соперника The GLML. Понимает, что основная угроза теперь идет с земли. Можно микозами, конечно, да, вот такими микозами поймать войско соперника. Почему бы и нет, это и урон, и замедление серьезное, но все равно этого пока недостаточно, чтобы с войском Тоса справиться. Опять же, про грейды не забываем, грейды достаточно слабые. А тут фениксы еще и могут поймать инфесторов. Сориентировался Протос, инфесторов поднял воздух, и это большая утрата для Зерга. Минус 4-я хата для The GLML. Удивительная игра продолжается, и в ней по-прежнему ничего не понятно. Посмотрите на лимиты, 94-95. Кто кого в этом противостоянии? Идет вперед Протос. Зерг готов его встречать. Очень жалко, что нет Неврала. Невралы бы очень сильно помогли. Минус слон. Болезненная потеря для The GLML. Но он заказал новый. 6 караптеров еще заказаны.
Крафтеры сейчас воздух пронесут, это вообще уже не вопрос, мне кажется. Больше вопрос, кто будет Масархона восстанавливать, потому что их становится у Тоса реально много. Надо больше слонов, и вот я прям передать не могу, насколько мне кажется важным сделать грейд на невральный паразит, потому что невралами архонов перехватывать, это ж прям муа. Крафтеры выиграют воздух, там некому будет уничтожать инфесторов. 4 аверсира еще заказаны. Это еще что такое? Дальность Фениксом, кстати, делает Протос. Боится перехода в муту. Интересно, интересно. Зерг пока никакой переход в муту не планирует. Блин, у Зерга 4 слона всего. Мне кажется, этого недостаточно. Посмотрите, какое тут войско по земле. Гигантское просто. Сейчас очень легко побеждает по воздуху ДГЛМЛ, но в хлам проигрывает по земле. По-моему, вот... вот такая будет ситуация. Протос на пофиг фокусит хэтчери. Это может быть хорошее начало сражения для Зерга, потому что уже в начале сражения отлетят кэрриеры. И дальше слоны начинают воевать с зилотами и архонами. Микозы влетают, помогают. Как же замедляются. Здорово, архоны. Слушайте, это ГЛМЛ просто разрывает оппонента в этом сражении. Но теряет хату. Вот в чем проблема. И это значит, что ДГЛМЛ на лонг-дистанс-майнинге будет в течение какого-то времени. Бас у него физически нет. Протос идет четвертую, и Протос переходит в масс фениксов? Ну это типа убить караптеров, я так понимаю. Хотя что мешает их убивать наземными юнитами, не ясно. Никакого перехода в муту у ДГЛМЛ нет и быть не может. Без экономики-то, блин. Сейчас бы в муту переходить. Ну вот караптеры врываются... Протоса на базы. Окей, окей, фениксы действительно здесь помогут, наверное, сделать так, чтобы караптеры не смогли нанести большой урон. Но мне кажется, товарп сталкеров сделал бы примерно то же самое. Тут Протос отвлекся и всем войском пошел отбиваться от караптеров. Врывается ДГЛМЛ по земле. Пошло сражение, но микозы обязательно нужны. Слушайте, а фениксы-то, между прочим, сбивают всех аверсиров. Лол. А вот в чем дело. Креативом на креатив отвечает Протос. Протос же реально забрал у ДГЛМЛ всю детекцию, и там дарки нарезают. И с этим ничего не сделать. Протос фантастически разруливает эту непростую ситуацию. Посмотрите, Тоста разлетелся по земле, у него осталось 2 битых сталкера. И если бы не дарки вот эти, которые внесли просто колоссальный урон, Протос бы прямо сейчас мог проиграть. Кстати, пробка на халде у Ультрона. Вот кто шарит, как стенки ставить. Вот эта игра, слушайте, тут вообще ничего не понятно до сих пор. ДГЛМЛ не смог разбить оппонента, и армия ДГЛМЛ как будто бы стала сильнее, чем армия Тоса, но есть проблема, это детекция. Там фениксы сбивают аверсиров. И ДГЛМЛ, что он, да, типа, дальше караптеров, что ли, строить? 47 дронов у Зерга на 32 пробы. То есть у него вообще потенциальная экономика очень сильная. А если он еще адреналин лингом сделает, то у него и армия потенциально очень сильная. Но что с фениксами делать? Врываются зилоты, их-то есть кому встретить. Их встречает слон, а против феникса вообще никакого противоядия нет. Красивую стенку здесь соорудил Ультрон. Там, правда, пробка в заперти оказалась. Ну, ладно, это мелочи жизни. А фениксы в итоге всю энергию потратили для того, чтобы позабирать дронов, которых у ДГЛМЛ все равно осталось 40. ДГЛМЛ прокси-хату новую ставит. 22-я минута игры. Какой же кайф. И в кэрриеров переходит Ультрон снова. Жесть. ДГЛМЛу, конечно, бы адреналин, чтобы его линги стали вообще неубиваемы для этих сталкеров, ну и чтобы их контратаки стали еще более опасными. Зилот и сталкеры, да, все это будет отлетать, если адреналин еще получат собаки. ДГЛМЛ, мне кажется, не ждет еще одного перехода в кэрриеров. У Протоса истощается его единственная база, тем временем тут всего 7 минеральных кристаллов, поэтому так важно поставить здесь новую. У ДГЛМЛ полностью добывает база здесь. И он вот поставил базу в прокси, которая уже достраивается. И 45 дронов, конечно, это та экономика, которая может очень быстро дать результат. Шпиль есть у ДГЛМЛ, плюс один на атаку есть на караптеров.
Самое главное понять, что их нужно заказать. Там, кстати, после раунда керриеров дальше снова фениксы. Продолжают воевать собаки, но опять-таки... Тут, например, есть дарки, поэтому без детекции соваться нечего, а... Детекция, если прилетит, то фениксы ее собьют. Очень небанальная такая ситуация. Мягко говоря, не каждый день такое увидишь, даже если тебя зовут DGLML. DGLML очень сильно, конечно, экономику подраскачал, но мне кажется, просто чисто ради феникса он сейчас должен уже корабтеров заказать. Ну а как по-другому? Фениксы, конечно, просто обнаглевшие. Все равно по экономике у DGLML двукратное преимущество по инкому. Двукратное. И Ультрон ничего не знает об этой базе справа внизу. У Ультрона сейчас дела станут чуть получше, но у него все равно полутора базовый инком максимум. А здесь раз полноценная база, два полноценная база, и сейчас будет три полноценная база. Съедает прежде всего батарейку Зерк и правильно делает, а дальше можно было бы повоевать с лингами, но подошла основная армия Тоса, она выглядит, конечно, очень грозно. Увидел керриеров DGLML, заказывает корабтеров. Не слишком ли поздно идет вперед Ультрон? В DGLML экономика шикарная. Каждая секунда на него работает. Не каждая минута, а каждая секунда. В полтора раза лучше добыча и по минералам, и по газу. Но уже приходит Протос. Там три керрера. Это, в принципе, не так много. Против них там корабтеров 10 уже будет достаточно. Но этого добра пока нет. Контратакует Зерк. Контратакует лингами и слонами. Там просто до варп-зил это вне дарков. Это не опасно для слонов. Легко отобьет это DGLML, это до варп-зил это. Минус база для Тоса в обмен на минус базу для Зерга, похоже. Ну или по крайней мере... А, тут рекол. Ничего себе, я думал он просто по земле возвращается. А Протос ушел реколом, но это шанс для DGLML. Потому что здесь добыча по-прежнему идет. Можно продолжать заказываться. Корабтеров там строй. Корабтеры прилетели. Тут пошел шилдбет, реверчардж. Они Нексус пытались выключить. Ай-яй-яй. Но это же минус корабтеры для DGLML. И это хороший триггер для Ультрона, который увидел, что там мало корабтеров. И что можно идти в атаку. Какая ошибка от DGLML здесь. Если бы он просто даже не показывал тупо свое количество корабтеров, я думаю, Протос был бы испуган. А так... Протос увидел, что корабтеров там толком нет и что можно идти вперед. DGLML снова контратакует. Снова слонами и лингами может выбить эту базу, но чем отбиваться дома, пока вообще непонятно. Отменяются споры. Протос там буквально по F2 бежит домой и снова пытается что-то сделать с зилотами. Непонятно почему не дарками, но основная армия Протоса начинает свой врыв, и DGLML просто нечем эту армию останавливать. Гигантское войско Тоса, три керриера, куча фениксов, сталкеров, зилотов, дарков. Да, контратаками можно добиться многого, но главная проблема это детекция. Там уже варпаются дарки в оборону, а версиры морфятся в другой части карты. Протос за счет дарков в обороне и за счет феноменального хараса фениксами и обратного перехода в керриера все-таки сумел... перехватить инициативу обратно и закончить эту игру своей победой. Что ж, было действительно круто и весело, и мы переходим к решающей, финальной, заключительной игре нашего сегодняшнего ролика. DGLML слева внизу, Protoss Fix справа сверху, мы как будто никуда не уходили с Ancient Cistern. Как будто продолжается предыдущий 26-минутный захватывающий поединок, в котором DGLML не хватило, ну, буквально чуть-чуть до победы. Я уж не знаю там, чего конкретно и в какой момент. Много всего можно было бы сделать чуть-чуть по-другому, но это и понятно в такой долгой игре, которая по настолько нестандартному сценарию пошла. В любом случае, эта стратегия... Ну, для меня просто номер один всего сегодняшнего эпизода и, наверное, всего DGLML крафта. Двухбазовые масс-королевы, слоны с Нидусом и с одним инфестором для микробиал шрауда. Блин, ну вот это я понимаю стратегия. Вот это действительно
чувствуется, что мы смотрим РТС, которая используется на все 100% DGLML. Очень надеюсь, что вам это также понравилось, как мне, господа. Ну и огромный респект DGLML за то, что продолжает делиться огромным количеством интереснейших реплеев, в том числе, как видите, и тех, где он проигрывает. Это действительно восхищает. И я надеюсь, что наша рубрика продолжит радовать всех любителей Старкрафта. Так, ну DGLML провел разведку и увидел, что у соперника Старгейт, причем с опенингом не в Оракула, а в Войдрея. Здесь два адепта, все как положено. Правда, один адепт вообще не как положено загулял, но оба телепортируются. Телепортируются в минеральную линию, и это большая потеря для DGLML сразу. DGLML решил забить на адептов и просто бежать с лингами вперед. Адепты очень хорошо отработали, минус 3 дрона. Ну и помимо этого куча майнинг тайма, здесь грамотнейший фикс отыгрывает чисто по-прогеймерски. Так, оп! Видали, адепт до последнего танковал. Потом ушел назад. На красных хп, и здесь сейчас батарейки появятся. Блин, ну грамотно. Ну было, конечно, не включать разогрев, но ладно. В остальном очень грамотно все сделал Тос, и у него 35 рабочих на 24. Зерг сильно позади. После этого неудавшегося прогрызания. Там, конечно, у Тоса неудобство в виде глухой стенки, но, честно говоря, если Войдрей там постарается включить разогрев, я думаю, это тоже можно будет быстро поправить. В итоге пока двумя адептами и пробкой помогает себе Протас. Ох, слушайте, тут такая группа лингов, что я бы не спешил, наверное. Линги прям проедают гейтвей. Надо, возможно, даже оверчардж включить, действительно, чтобы гейт спасти. А тут два Войдрея так интересно по краю карты облетают. Сейчас они объединятся и, возможно, там полетят на третью развлекаться. Слушайте, а Протас, походу, играет старый добрый билд 2 старгейтама с Войдреей. Давненько он вышел из моды. Но, видимо, Протас предполагает, что в такой ситуации может сработать. DGLML такой, знаете, очень консервативный криптумор поставил. Прям рядом с хатой. Совсем не амбициозный. Пробка уже просто в одиночку допиливала этот пилон, но наконец-то партия адептов решила ей помочь. Ну и Протас выходит вперед ставить третью базу, а параллельно здесь летает Войдреями. Пытается лингов погонять и там оверлордов каких-то халявных найти. DGLML, к слову, еще 16 собак заказано, и уже грейд плюс один на коготь им готов, так что они очень опасные такие кусаки. Три Рея прилетело к DGLML на мейн, сразу минус 2 овера. И минус пул пытается сделать Протас. Ничего себе комбинация. Ему это удается. Действительно, DGLML прямо сейчас потеряет пул. Но дальше, конечно, этим Войдреем надо валить отсюда. Я думал, сразу реколом идеально. Но, наверное, даже если бы они вернулись домой реколом, то ничего бы не получилось в плане спасти Нексус или спасти адептов. Вместо этого они еще, посмотрите, какую кучу оверлордов нашли. Целый табун находит здесь фикс. Остается без третьего Нексуса, да, но мне кажется, это не фатально в данный момент для Протаса, тем более он сохраняет 300 минералов, тем более у него тут сразу пробка есть рядом. Можно поставить новый. Единственное, что не хватает, это вот плюс один на атаку этим Войдреем. Кибернетки я не вижу, а в остальном, мне кажется, Протас все очень неплохо делает. Еще и с учетом того, как много оверов удалось забрать, этот пул был уничтожен, в общем, нормальная тема. Пока в исполнении Тоса, он ставит далее фаржу. Вновь забирает этот пилон. Стенка прикольная по итогу. То есть ее легко закрывать, если что. И держит ее просто стабильно. Не то что некоторые прогеймеры. Тут фиксу однозначно респект. Кстати, высокий АПМ у него 226. Как для там, Тоса в районе 5К. Там много. У меня вот меньше, например. Всегда было почти.
Так, ну здесь, судя по всему, опять большие проблемы будут у Тосса дома, но Тосс каждый раз, когда теряет третий Нексус, он забирает что-то важное у Зерга, там, то пул, то хату. С другой стороны, по-моему, Зерг решает, что это нормальный размен, поэтому можно поставить еще две хаты и не бояться терять одну в обмен на третий Нексус соперника. Но еще более интересно вот это! 8 транспортных оверлордов у ДГЛМЛа. Снова приходится включать Shield Battery Overcharge, даже вот такой форсфилд бросать Тоссу. Блин, у Тосса, конечно, прям реально такая непростая ситуация. Как вот взять и выйти в базу, если только ты улетаешь в Wedrame, ты базу теряешь. Если не улетать в Wedrame, то как бы смысл был столько Wedrame строить. Они в макро не очень круто скейлятся. ДГЛМЛ просто полетел... Полетел 8 транспортными оверами вперед с королевыми и лингами. То есть у ДГЛМЛ логика какая? Но если у Тосса такая классная стенка, мимо которой я не могу пробежать, значит мимо нее нужно пролететь. Будет, кстати, очень неприятно, если эти рей пересекутся с транспортными оверами. Это было близко, это могло бы быть абсолютная фиаско Зерга. Но Войдрей пролетели мимо, с другой стороны... тут тоже может быть фиаско, потому что сейчас вся эта куча Войдреев прилетит на мейн. А тут и недалеко лейер на натурале. Да, и у Зерга на карте 16 королев на 11 рейв, но эти королевы очень сильно разобщены. Две королевы на мейне просто отлетают прямо сейчас. Это минус обе хаты, минус пул, минус все на свете. 11 у Идрея. Это очень серьезная сила от Тосса. Но с другой стороны, посмотрите, какая жесть. Сейчас прилетает к Тоссу домой. Саживаются линги на натурале. Так, тут удалось забрать как раз обе хаты и пул. И на этом Тосс возвращается. Почему он не уходит домой реколом? История умалчивает. Лимиты очень близкие, но при этом у Тосса гигантское количество ресурсов в запасе, которые, конечно, еще не факт, что он нормально потратит. Королевы линги высадились на мейне у Тосса. Тут разливается слизь, и тут, конечно, очень весело юниты Тосса себя чувствуют. Добавляет гейты на третьей базе Протас. А здесь собралось вместе все войско, и Протас готов драться. У него очень достойно выглядит армия. Конечно, ужасно не хватает плюс один на атаку всем этим рейм. Это я прям не устану повторять. ДГЛМЛ считает, что надо засадиться в оверлорда. Я не уверен, что это было хорошее решение. Ой-ой-ой. Сейчас ДГЛМЛ тут все потеряет. Там еще какие-то линги попытаются добежать. Но на самом деле плевать на итоги сражения по земле. Допустим, там побеждает Зерг. Что Зерг будет делать с тем, что Протос победил по воздуху? Ничего он не сделает. По земле, конечно, линги с пробками неплохо воюют, это правда. Но вот это, например, ДГЛМЛ уже не пробьет. У ДГЛМЛ 4000 минералов скопилось. Он вообще не добывает газ. Он поставил гидроден, но у него 0 газилок просто работающих. Ой-ой-ой. Тупо ни одной газилки. Катастрофа просто. Поэтому он не может заказать гидролисков, сейчас вы понимаете. А пула нет, и он не может заказать королев. И все, что есть у ДГЛМЛ, это те королевы, которых он успел построить. Да, ну и здесь, конечно, надо спасать гидроден еще. ДГЛМЛ в итоге решил, что надо просто много хат кругом поставить. Посмотрите, у него хата прям рядом с Тоссом. Для того, чтобы и минералы потратить, и для того, чтобы в Elimination Wars потенциальных в разменах преимущество иметь. Протос только восстанавливается. Два Старгейта, два Роботикса, лимиты равны. Огромный запас по ресурсам у обоих, но при этом у Тосса это и минералы, и гаса. Вот у Зерга это только минералы. Он ставит 6 газилок. Еще 2 хаты. Сейчас попытается быстренько конвертировать имеющиеся минералы в запас по газу. 72 дрона. ДГЛМЛ успел отожрать. И посмотрите, ДГЛМЛ отжал 1, 2, 3, 4... 5-6 хат, при том, что нет мейна и нет стандартной третьей. То есть ДГЛМЛ начал просто экспандиться по всей карте. Тут только делается твайлайт для чарджа, видимо. Пока тут просто будут воидрей без грейдов и зилоты без грейдов. И вообще у Тосса никаких грейдов нету. Зерга 1-1 и скорость оверлордом и лингом. Тут Тосс наконец-то почистит крип у себя на мейне. Зерг, кстати, уже все
все базы, которые только есть на карте Agile, вот только остались нетронутые в центре. Все, что есть по периметру, DGLML отжимает, ну потому что запас по минералам большой. Почему бы не потратить на дополнительные хаты, особенно в такой хаотичной игре? Просто посмотрите на мини-карту, ребят. У зерга вся карта тос зажался в углу. И это при том, что абсолютно равная игра на близких лимитах. Тос вот на новую базу перешел. И у него тут избыток рабов, поэтому он может эту базу быстро раскачать. Чардж плюс один на атаку, темплар архивы. Протосу, естественно, нужно еще немного времени для того, чтобы получить все необходимые апгрейды. Зерг продолжает, кстати, королев строить. Их сейчас 13, было потеряно 12, то есть 25 королев. Построил DGLML. Тут, конечно, очень хитрые стенки от Фикса. Но DGLML уже готовится к атаке. Блин, как быстро восстановился DGLML. Он уже прям 200 лимита сейчас соберет буквально через полминутки. Особенно, если не будет разменом. Но размены начинаются. Гидра и Линги нападают на эту локацию. Протос вынужден бросать только достроившуюся, чтобы спасать основную базу. Тут уже есть чардж, но еще нет архонов на поле боя. Там куча газа в запасе. DGLML очень грамотно отступает гидролисками назад, чтобы королевы принимали урон. Протос без понятия, что разогрев ни черта не помогает, а только мешает против всех этих юнитов. Мешает, потому что рей становится медленнее. Медленнее подлетают. Тосу крови из носу нужны архоны. 1800 газа. Это потенциально 6 архонов. 6! Но он просто не успевает до них. Даже GG DGLML занял всю карту. И в итоге сумел переиграть соперника в этом очень непростом противостоянии. Смею надеяться, друзья, вам понравилось. Для вас работал Alex007, а играл DGLML в третьем эпизоде DGLML Крафта. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.